Prezident İlham Əliyev aprelin 12-sində Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri xanım Valentina Matviyenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Очень рад вашему визиту, рад, что вы посещаете Азербайджан с такой представительной делегацией. В первую очередь хотел бы поздравить вас лично с юбилеем, который недавно отмечался. Я направил вам поздравительное послание и лично хочу вас еще раз поздравить, пожелать вам всего доброго, новых успехов в работе. И, конечно, мы очень рады тому, что после юбилея вскоре вы посещаете нашу страну. Визиту мы придаем очень большое значение. Уверен, он будет способствовать делу дальнейшего укрепления дружественных связей между нашими странами. Связи многоплановые, охватывают практически все сферы жизни и имеют хорошую динамику. Мы активно взаимодействуем в политической сфере, наращиваем экономический потенциал. Существует несколько дорожных карт по сотрудничеству в экономической, транспортной, энергетической сфере, которые успешно реализовываются. И отношения между нашими странами не случайно обе стороны называют отношениями стратегических партнеров. İkitərəfli münasibətlərin inkişafında humanitar sahənin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev bu işdə Bakı humanitar forumunun rolunu qeyd etdi. Təhsil, mədəniyyət, elm sahələrində sıx əlaqələrin mövcud olmasından məmnunluğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı birgə fəaliyyətin də iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində mühüm rol oynadığını dedi. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda parlamentlərarası əməkdaşlığın əlaqələrimizin inkişafına töhfə verdiyini vurguladı. Dövlətimizin başçısı ikitərəfli münasibətlərimizin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirdi. Спасибо огромное, глубоко уважаемый господин президент. Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность принять нашу делегацию, за то внимание и поддержку, которую вы оказываете межпарламентскому сотрудничеству. Мы окружены, как всегда, на земле вашей замечательной страны, вниманием, гостеприимством, заботой. Я уверена, что всем членам делегации, многие первый раз в Азербайджане, эта поездка запомнится. Но прежде всего я хочу сказать, перед отъездом я встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным, просил вам передать огромный личный привет, самое наилучшее пожелание. Вспоминал о недавнем вашем телефонном разговоре 2 апреля, что я и с удовольствием сделаю. Спасибо. От меня тоже наилучшее пожелание. Большой привет, Владимир Владимирович. Спасибо, я обязательно это сделаю. И я, глубоко уважаемый Ильхам Гейдарович, рада личной встрече с вами. Всегда помню эти встречи и не могу не выразить в очередной раз на свой восторг от того, как развивается Баку. Я не была в Баку 5 лет, в Азербайджане 5 лет, но колоссальное изменение. Замечательное новое здание, уникальная архитектура. Знаете, я думаю, если бы был жив Гейдар Алиевич, он бы очень гордился бы теми переменами, которые происходят в Азербайджане. Действительно, я много где бывала, во многих странах мира, но чтобы такого динамичного, такого смысленного развития, такой красоты, это редко и мало где встретишь. Наш визит проходит, мне кажется, такое знаменательное время, ровно год назад. Вы одержали убедительную победу на президентских выборах, когда абсолютное большинство жителей Азербайджана оказали вам мощную поддержку, оказали поддержку вашему курсу внутренней и внешней политики. И эта победа действительно была заслуженная и очень убедительная. Вы уже отметили, что российско-азербайджанские отношения, они динамично развиваются во всех сферах. Они вышли на уровень стратегического партнерства. Фундамент, основу таких отношений, такого курса заложил глубоко уважаемый Гейдар Алиевич. Конечно, ключевую роль в развитии российско-азербайджанских отношений играют лидеры наших стран, президенты наших стран. Знаем, что большой интерес к расширению сотрудничества с вашей страной, потому что у вас стабильная политическая, социальная ситуация. У вас хорошая динамика экономического развития страны. Туризм сахарсиндеки ölkə арасында әлаqələрінің inkişafına тоқынан Валентина Матвионка деді. Таким сигналом хорошей атмосферы нашего сотрудничества является то, что существенно вырос туристический
поток из России. В прошлом году это 800 тысяч россиян, и думаю, что с каждым годом это количество россиян будет расти. Валентина Матвиенко Азербайджанда рус тилине улан мунасибетле баглы билдирди. Огромные слова благодарности за ваше отношение к русскому языку, к русской культуре, за то, что в Азербайджане созданы условия для сохранения русского языка. Valentina Matvienko iki ölkə arasında humanitar, mədəni, informasiya, təhsil sahəsində əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi, tələbə mübadiləsi proqramının reallaşdığını vurguladı. Ölkəmizdə Rusiya mədəniyyəti günlərinin keçirilməsinin önəminə toxundu. Qonaq ölkələrimiz arasında humanitar əlaqələrin inkişafına Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondunun da böyük töhfə verdiyini qeyd edərək dedi. Мы очень ценим вклад в развитие гуманитарного сотрудничества первого вице-президента Азербайджана, глубоко уважаемый Мехрибан Ханум. Valentina Matvienko Bakı Humanitar Forumunun sivilizasiyalararası dialogun genişləndirilməsində roluna da toxundu. Parlamentlərarası münasibətlərdən danışan qonaq bu əlaqələrin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Sonra Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienkoya Azərbaycanın dostluq ordenini təqdim etdi. Valentina Matvienko Azərbaycan ilə Rusiya arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə dövlətimizin başçısının sərəncamı ilə bu ordenlə təltif olunub. Azərbaycanın dostluq ordeninə layiq görüldüyündən və bu ordeni Prezident İlham Əliyevin ona təqdim etməsindən böyük şərəf duyduğunu deyən Valentina Matvienko qeyd etdi ki, özü və Rusiya parlamentarları bundan sonra da ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi işində səylərini əsirgəməyəcəklər. Dövlətimizin başçısı Valentina Matvienko'nun Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin inkişafına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirdi, ona gələcək fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzuladı.